Шатипутрам Атасурам Рупам Тасагаджавурипурим Матурим Гоштваттим Радха Кундамагиварам Ахорадика Мадвасам Рапто Яся Пратита Кипая Сри Гурум Таннатосма Гуравей Гаура Чандрай Радика Индрай Кришная Кришна Бхактая Так Бхактая Намо Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. By the causes most of the Guru Karana, now we are hearing for the 14th day the very sweet and beautiful Расапанцатьяй of Грантарадж Махапрабху. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги уже в течение 14 дней мы слушаем прекрасную Расалилу из Грантараджа Шримад Бхагаватам. At this point, Sri Krishna, he had arrived in the forest of Vrindavan and called Vrajgopis. Когда в Пурнему Кришна пришел ночью в лес, на берег Ямуны, во Вриндаване, и призвал своей флейтой всех гопи, когда все браджа-гопи добрались до этого места, они окружили Кришну. Но они ничего не говорили. Они думали, так как Он нас сюда призвал, пусть Он говорит первым. А Кришна думал, нет, пусть они первые что-то скажут. И в течение какого-то времени там такая висела такая тишина, пауза. Кришна понял, они гораздо упрямее меня, поэтому мне придется первому заговорить. That he could fulfill three desires. То Кришна, будучи Расика Шейкаром, он заговорил таким образом, чтобы дать себе возможность исполнить три желания, три цели. First of all, he wanted to show the world how the love of Rajagopis is completely pure. Первое, что он хотел сделать, показать всему миру, что любовь к Раджа-гопи, она безупречно чистая. Sarvata dvamsa rahita satipi dvamsa karne yad bhava bandana yuno sa prema parikirtitaha. Praying is that love. Even when the cause for love to be broken, those causes are present, the love is never broken. Према — это такая любовь, которая, несмотря на все препятствия, существующие к ее, появляющиеся к ее существованию, угрожающие ее существованию, она от этого не слабеет и не умирает. Гопи бросили ради Кришны все. Но сейчас Кришна заговорил с ними таким образом, что внешне кажется, что он пренебрегает ими. And then, it will be clear that the love of Rajagopis is unconditional, even if Krishna treats them apparently in a cruel way, but their love is unbroken, uninterrupted, and always increasing. То есть даже когда он заговорит с ними такими безразличными, внешне какими-то холодными словами, то сила любви гопи станет очевидна, что несмотря на то, что они оставили ради Кришны все, и кажется, что он совершенно не ценит их поступка, все же они не перестают его любить, потому что их любовь безусловная. So Krishna, he is engaging now in Vagvilas, pastimes of speaking. Кришна явил Вагвилас, свою игру речи. His second desire. Вторая цель, которую преследовал Кришна, is that generally in the relationship between the paramour and his heroine. So the heroine is in Bhamya Bhav, in a contrary mood, and the hero will have to be in the Dakshinya Bhav,
inner-submissive будешь. Обычно в отношениях возлюбленных герои и героини герой всегда просит о встрече, он проявляет дакшиня бхаву, он подчиняется героине, а героиня проявляет строптивость. Бамью. In vilas, in loving pastimes, the hero and heroine, they change, they reverse roles and they play each other's role. Но подобно тому, как во время интимных встреч герой и героиня меняются местами, то есть проявляет вибрита, игру обмена ролями. So now, see, Krishna, he wanted to reverse their, make the gopis take the submissive role in their discussion. So, this is, sometimes the hero wants to experience the viparita vilas, that is a reversal of role in lila, and now Krishna wants to experience viparita vag vilas. И то есть Кришна хотел сейчас поменять правила игры радикально и вынудить гопи быть дакшиня, то есть подчиняться ему в этом диалоге, подобно тому, как герои-героини могут являть випарита вилас в лилах, таким образом Кришна решил явить випарита ваг вилас. Krishna is also thinking that the young ladies are by nature very shy. Кришна понимал, что девушки по природе, они застенчивые. So when I speak to them, they're going to say so many words of resistance to delay our meeting. Если я буду уговаривать их к встрече, они будут отдалять эту встречу, потому что они будут явно мне что-то перечить из-за смущения и отказываться. They'll make me listen to their words of delay. Придется долго выслушивать их, как они отказываются от встречи со мной. So why should I listen? I'll say words to delay them. Зачем так? Зачем мне тратить свое время таким образом? Лучше я уже буду тогда говорить такие слова, которые будут отдалять нашу встречу. And by this they will have the buddhinash. Their intelligence will be completely, their discrimination, vivek, everything will be destroyed. They'll become so bewildered. То есть Кришна решил устроить им взрыв мозга. Он подумал, сейчас я буду вести себя, как они обычно ведут, и это их так смутит, что они вообще будут полный будди винаш, полностью сойдут с ума от такого. They won't understand what's going on. They'll be completely confused. Ничего не поймут из того, что происходит. And then I can fulfill my third desire. И тогда я смогу исполнить уже свое третье желание. Third desire is that just as the beauty of the heroine, the beauty of the body of the heroine, is more beautiful if slightly covered by very fine cloth. Подобно тому, как тело, женское тело кажется более соблазнительным, прекрасным, если оно скрыто тонкой такой вуалью или каким-то шифоном, прозрачной тканью. So in the same way, the words of the heroine, even though she is filled with desire, when she covers them with her avahita bath, then they are more beautiful. И слова девушки тоже более прекрасны, когда они не прямолинейные такие, открытые полностью, а когда они завуалированы такой авахита-бавой, своей скрытостью, такой still, шифоном авахита-бавы. But still the hero, sometimes he may want to see the heroine without the covering of the cloth, so in the same way, sometimes he wants to hear her shameless words without any covering of shyness. И подобно тому, как иногда есть уместные обстоятельства, когда герою хочется увидеть свою героиню полностью обнаженной, вот и Кришне захотелось тоже услышать очень прямолинейную, открытую речь в Раджа-гопи, в которой бы они выражали свои истинные желания открыто. Он хотел усладить свой слух таким образом. He pretends to drink and then gives more and more honey wine to Radhika, so he can hear her shameless words. Это одна из причин, по которой Кришне так нравится Мадхупан Лила, когда он спаивает Радику медовуху, он сам притворяется, что пьет, но лишь прикладывает бокал к устам и не пьет, а Радика напивается и потом начинает очень откровенно, бесстыже говорить с ним. So, Rasikshekha Krishna, with these three desires in his heart, he began to speak with ambiguous meanings. И вот испытывая эти три желания в сердце, Rasikshekha Krishna заговорил вот такими двусмысленными словами. How will the gopis respond? Как отреагируют гопи? We'll hear from the lotus lips of our dear sweet Achyuta Lalbhataja. И мы услышим из лотосных уст нашего Ачюта Лалбхатаджа. Gulabandhavan Bihari Lal Ki Jai. Jai.
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सिंह सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितं वाग्ममृतं जगत्पिबती विश्वपद विसर्गात् नवलक्षं लक्षतं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक उपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। वन्देऽहं अव्यानतनिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नाकर रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् नरासरसारं हि वैशीवट्टटस्मिता कर्षन् वेणुस्वनैः गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सन्धिभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयांतरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री श्रीमद् भागवत महापुराण द वोकल इनकार्नेशन ऑफ श्री कृष्ण एंड द ग्रंथराज द एम्पायर ऑफ ऑल श्री ऑल पुराण। Вся слава Параммангалу Шримад Бхагаватам, который является Грантараджем, императором среди всех священных писаний, также является звуковой инкарнацией самого Шри Кришны и является непревзойденно благодатным. Шри Кришна has invited Шри Бригупакаган and he wants to listen the emotions, the heart, their feelings, what they are feeling. So Shri Krishna is just having speaking the sentences that has two meanings. Зазвав всех враджа гопи в лес, Шри Кришна захотел вкусить сладость их эмоций, их бхав, и он заговорил с ними двусмысленными словами. So Krishna has Krishna spoke 10
sentences. Он произнес 10 предложений, обращаясь к ним. And in the sixth sentence, Shri Krishna told that Bhartasya Shusham Sriyam, 24th verse. Bhartasya Shusham Sriyam Paro Dharmo Yamaya Tad Bandhu Naam Chakalyan Prajanam Cham Poshan. Shri Krishna Shun is unimpressed. 24 стих, 6 фраза. Шестая фраза, сказанная Кришной, выражает его пренебрежение, его отсутствие интереса в Гопи Каган. And saying that Bharata Shushusham Sriyam Paro Dharmo Maya. Oh, Gopigan, you have come here, but for wives, this is the first duty of their. It is first duty that they should serve their husbands. То есть Гопи своим появлением тут вы нарушили первое предписание каждой целомудренной женщине, которая должна заботиться о своем муже, ухаживать за ним. They should serve their husband amaya, that means without any maya or deceiving attitude. Без всякого лицемерия жена должна служить мужу. Так бандху нам чи кальяна, кальяня. In the same way, they should serve their relatives also. Также женщина должна заботиться о своих родственниках. As in a joint family, a newly arrived bridegroom serves his husband as well as the relatives, the brothers, father-in-law and mother-in-law, she serves to them even. In the same way, you should serve your husbands. Подобно тому, после того, как девушка перебирается жить в дом супруга, то она должна служить не только ему, а также своей свекрови, свекру и всем другим домочадцам. И поэтому Кришна наставляет Гопи, говорит, вы должны служить мужьям и родственникам. And priyanam chan kushram, and you should nourish your issues even, your children even. И даже должны заботиться о детях, которые живут в домах ваших родственников. So priyanam, so who is under your control, you should also То есть кто, где находится в вашей юрисдикции, в вашей сфере влияния, вы должны о них, для которых вы являетесь старшим, вы должны заботиться о них тоже. But Saraswati ji helps Shri Krishna, if Krishna is will speak the negative sentences, then it will not be proper for a hero. He should always be Dakshin, not Vam. So Saraswati is protecting Shri Krishna even. And Saraswati is always serving to serve Shri Krishna. Saraswati is always present to serve Shri Krishna. And she protects Shri Krishna and imposes the idea, imposes the method, attitude that should be adopted by a Ankul Nayak. So Saraswati is describing the Ankul Nayak meaning. И так как Сарасвати всегда стоит на страже чести Кришны, и герою не положено отказывать девушке, поэтому, чтобы защитить и Кришну от такого недостойного поведения, Шуда Сарасвати тут же бросается ему на помощь и вносит иной смысл все вышесказанное Кришной, чтобы проявить настроение дакшини, то есть то, что герой должен быть дакшин по отношению к героине. Otherwise, rasavas will be presented. То есть некрасиво. No rasavas is here.
То есть, чтобы уберечь лилу от появления расабасы, Шуда Сарасвати тут же вносит иной смысл в слова Кришны, потому что герою не дозволено отказывать героине. То есть некрасиво, если девушка настаивает, а мужчина отказывается от таких отношений. Это уже расабаса. So meaning in praise will be in this way. The second meaning is in this way. И Шуда Сарасвати меняет значение, доносит иное значение слов Кришны до ушей гопи. Shri Krishna is saying that Bharata Shushmusham Sriyam Paro Dharmoye Maya. O gopis, I am your Bharata. I am your husband, actual husband. So you should serve me first of all. And you should not return so early. То есть положительный смысл слов Кришны, что Кришна говорит, это я ваш истинный муж, поэтому вам не положено покидать меня, вы должны остаться тут со мной и служить мне пока. In the same way, these creatures of Shri Vrindavan, that means these deers, these rabbits, all these trees, these bushes, these are also my family. И вот эти милые зверушки, которые живут в этом лесу, эти шмели, зайчики, белочки, всякие олени, они тоже часть моей семьи, они мои родственники. So you should serve them even. Поэтому вы о них должны тоже заботиться и служить им тоже. In this way, Shri Krishna is also suggesting to us that we should serve Shri Krishna as well as we should serve all Vaishnavas even. А смысл, который касается всех нас в словах Кришны, что нужно не фокусироваться только на Кришне в служении. Очень важно служить всем парафиналиям Кришны, то есть всем вайшнавам, всему связанному с Кришной. As a lady who is observing chastity, he serves his husband as well as the relatives of his husband also. She serves to them even. In the same way, a Vaishnav should serve Shri Krishna as well as all other Vaishnavas even. A devotee should adopt this attitude. Благочестие женщины выражается не только в том, что она служит очень искренне и заботливо мужу, но то, что она тоже ухаживает за всеми его родственниками. И нам тоже следует служить всем вайшнавам, всему связанному с Кришной, всем тем, кто дороги Кришне. And that should also be the we should also serve Shri Krishna. And he, all Vaishnavas, with amaya, that means without deceiving them and without having any pockets, we should serve them. И служение наше Кришне и Вайшнам должно быть амая, без лицемерия, без всяких хитростей, не пытаясь что-то себе прикарманить в процессе такого служения и как-то кривить душой. А служение должно быть достойным. And now Gopis was confused that Shri Krishna is denying or she is praying to us to stay here. И гопи снова были в раздумьях по поводу того, что же хочет Кришна от нас, он нас отсылает по домам, или он все-таки хочет, чтобы мы остались с ним тут, в лесу. Because the perception of Shri Krishna was not still clear. So they adopted the policy. Wait and see. Поэтому до сих пор ясности в его словах никакой не было, и политика, которой следовали гопи, давай выждем и потом уже поймем, посмотрим, что делать. But Shri Krishna is so much clever that he started and he again he further speaking was he further he spoke in this way. Ke dushiro durbhago vrdo jado rogi dhanu kriba patisti virna hatambyo. So Krishna spoke. Но Кришна, так будучи хитрым, продолжил дальше. He said that a husband of a wife, while they are leading the married life, then they should be very much liable to each other. They should be very much having the responsibility, having the trust on each other.
То есть супруги обязаны, у них, у супругов существуют взаимные обязательства по отношению друг к другу. Они должны полностью доверять друг другу. If the husband is even dushilaha, having not a very good character, даже если у мужа дурной характер, he may be durhagi, that means having no good fortune, еще какой-то неудачник вообще попался, he may be even vridhaha, old, even then, или старый уже, the best, even then, the family life should be protected. Все же женщине нужно беречь свою семью с таким. It may be possible that the wife is very much intelligent and educated, and the husband is very fool and jerk. Может быть, жена очень высокообразованная, толковая, такая деловая, а муж никудышный достался ей вообще, тупой и никакой. Unfortunately, the husband is rogi, sick. Even then, he should suck. She should suck his husband. А может даже больной какой-то. Все равно надо о нем заботиться и любить его. And adhunopiva. It is also possible that previously he has wealth, and then he has lost all wealth, and he became poor. Even then. She should not leave him. А может быть разные варианты сценария жизни. Может он одно время был очень состоятельным, а потом потерял все свои деньги. Все же жене не положено его оставлять, когда он стал бедным. And at the time of that calamity, time of that difficulty, the wife should always be in the assistance of his husband. То есть жена всегда должна защищать мужа. То есть никогда не оставлять его в беде, ни при каких обстоятельствах, чтобы какие бы перипетии ни случались в жизни, все равно она должна за него горой стоять. So patistrivin hatabyo loke subhi apathi. If the husband is not patki, that means he is not the sinful, then the husband, wife should always protect and always help his husband. То есть если он не грешник, то есть если он просто неудачник или больной или какой-то не очень разумный, но не грешник, то жена должна всегда оставаться с ним и заботиться о нем. But if the husband is trapped in the sinful activities, then the wife should not help him directly, but she should try to return him from those bad activities and sinful activities. Но если муж вовлекся в греховную деятельность и стал грешить, то у жены уже нет обязательства служить ему непосредственно, поддерживать его в таком состоянии, но она должна как-то по-разумному попытаться помочь ему выбраться из этой греховной деятельности, то есть помочь ему стать на истинный путь снова. If the wife is, if the husband is involved in the sinful activities, then wife should not touch his husband, but she should always help him and provide him food and other all things so that he can carry on his life, and she should try to make him return from those sinful activities, but not leaving them, and she should not divorce her. То есть, если муж уже погряз в грехах, то жена не должна служить ему непосредственно, его телу. То есть, если муж грешник, она не должна вступать в интимный контакт с ним, но все же должна продолжать заботиться о нем, стирать ему одежду, кормить его, то есть, чтобы он выжил, а не умер. И поэтому постепенно помочь ему восстановить праведный характер. И, ну, не надо с ним разводиться, надо ему попытаться помочь стать моральным снова. If he is involved in sinful activities, then the wife can touch his husband, but he will not be very much involved
in those activities, and she will try to, she should try to remove him from those activities, sinful activities. То есть она должна всячески по-хитрому попытаться помочь ему перестать грешить, как-то обрубить вот этот доступ его к грехам. So if Patki is there, husband is Patki, then she will leave him, but not divorce. She will leave him, she will give him food, she will help him in any other way. If he is sick, then she will also serve him, but not touching him. То есть если он такой падкий до греха, то жена тогда будет продолжать его кормить, там ему необходимое поставлять, что ему нужно, но не касаться его вообще, избегать контакта с ним и просто выжидать, увидеть, исправится он или нет, но разводиться она при этом не станет с ним. Because by meeting or by touching him, the sin will come to the lady also. Потому что в ведической культуре понимают, что физический контакт это трансфер греха. То есть если мы вступаем в интимный контакт с грешником, то этот грех, мы оскверняемся этим же грехом через физическую встречу. But oh, gopis, your husbands are very beautiful. They are very full of character. Dushila, they are sushil. They are very fortunate. They are not durhagi. They are not young. They are not vrdha. And so on. Кришна сказал, но ваши же мужья, они юные, статные, здоровые, такие способные, умные. So, Dushilo, Durbhago, Vrdho, Jara, they are wise, they are arogi, they are a young and quite healthy persons. And Adhano, they have so many, plenty of wealth even. So you should not leave them. И вам действительно не стоит оставлять своих мужей, потому что они ароги, они здоровые, они достаточно богатые, они умные, красивые, поэтому зачем вам их оставлять? Нет, нельзя делать. So, you should return to your home. Поэтому возвращайтесь-ка домой. And gopis were saying that she is saying in such a rude way that you should return to your home. What should we do? At the same time, Saraswati was present there, and Saraswati has turned the whole meaning. And Saraswati is just expressing the meaning of a prayer. И два гопи успели подумать, но почему он так грубо с нами разговаривает, почему он отсылает нас домой, тут же вмешалась Сарасвати и донесла до них иной смысл слов Кришны. О гопис, I am your actual husband. Shri Krishna is saying, I am your actual husband. Гопи тогда уловили в его словах следующее, что Кришна говорит, я ваш истинный муж. And you know that I am Sushil, I am not Dushil. I have a great character. И вы знаете, какой у меня замечательный характер. I am not Durbhagi. I am very fortunate person. Я удачливый, я вообще удачник. I am not vrdha, I am not old. I am a young person. Я не старый, я юный. I am not jara, I am not fool. I am a very, very wise person. Я не глупый, я очень-очень умный. And I am not rogi, I am not sick. I am a quite healthy person. Я не больной какой-то, я очень здоровый. As well as I have plenty of, I am the prince. I am the prince of Shri Nanda Baba. So I am adhan. I am not adhan. Without wealth, I am a wealthy person. И я очень богатый, потому что я принц. So, преемник Нанда Бабы, поэтому у меня все в порядке с деньгами тоже. So you should not leave a husband like me. Поэтому с вашей стороны было бы неразумно оставить такого мужа, как я. Because if you will serve your husband and you will be follow the chastity of the family life, then you will get welfare, you will get fame even here, and you will get fame in the
Heaven. Поэтому я вам рекомендую просто остаться со мной, служить мне и моим близким. И благодаря такому служению вы обретете благо, удачу не только тут, в этой жизни, также отправитесь потом, переродитесь в раю уже. So in this day, in this life and beyond the life, your life will be very full of faith and prosperity. То есть вы будете прославленными и состоятельными, счастливыми не только в этой жизни, а и после этой жизни. So you have come here. So please have a meeting with me, and I am requesting you to stay here for some time. Так как вы сюда уже пришли, то я прошу вас остаться тут со мной на какое-то время в лесу. Gopis was confused. Then what should be stay here or not? And then again adopted the attitude. Гопи снова были в растерянности, не знали, что делать, что думать. Подумали, ладно, выждем, потом решим. So they can be confirmed. Shri Krishna is saying that because the second meeting is also coming of prayer, but even then they was staying there so that they will be confirmed. That Shri Krishna want to meet them. То есть опять они вроде и слышали положительный смысл его слов, но тоже полной уверенности у них не было, что они правильно его поняли, поэтому они выжидали услышать, что он скажет следующее. Yes, yes. Athwa Madhavishnaya. Yes, Athwa. Athwa Madhavishnaya Bhavanti Yantra Thashaya. Or by my snake, by having the love to me, Bhavantyo Yantrasya, you are so attracted for me that Agata, you have come to see me. But Upannambaha, so the purpose, the motive is fulfilled. You have seen me, that I am happy here. Yeah. You have come having the snake, having love with me, so you have come to me to see me, and you have seen it. Now, Priyante Vajantava, it is not very much strange, because I am so dear to everyone that even Jantu, even the creatures also love me. So if you love me, it is not very much a new thing. So you have come, you have seen me, and now you should return it. Krishna said, every person is loving me. So it is not a very much strange that you have come here, come to me, and you want to see me. So now you have seen me, and now you return. Гопи услышали, как Кришна сказал, движимые снехой ко мне, своей любовью ко мне, вы естественным образом захотели прийти посмотреть на меня. Это неудивительно для меня, потому что меня обожают все, даже всякие насекомые хотят посмотреть на меня, что тут удивительного, что вы влюбились в меня и вам хочется на меня смотреть. Ну вот вы посмотрели и хватит, теперь идите домой. And in the second meaning, in the prayer, Shri Krishna saying, oh, having love with me, you have arrived here, so I am welcoming you. So Athwa Madhvishnaya Bhavantu Yantrasya, you have your feelings for me and you have the love for me. So you are welcome. You have come here. You have reached here. While every jantu, every creature of even the insect of this Vrindavan, a keet patang and the trees also love me. Then what saying of you? And if you have come to me, then I welcome you, and you should stay here. Not you should not be very much hurry to return to your houses. И положительный смысл этих слов Кришны, что он говорит, я приветствую, движимые своей любовью, вы пришли сюда ко мне, я приветствую вас и вашу любовь и вашу ласку, и меня любят даже насекомые и деревья этого леса, но я счастлив быть тут с вами. Поэтому, пожалуйста, останьтесь подольше со мной в лесу. In the same way, in 26th
verse, Shri Krishna is saying, Aswargam aisasancha phalgu pracham bhayavaham jugupsutam cha sarvatta aupatyam kulastriya. Shri Krishna is saying, Krishna сказал, Aswargam, that having relationship with a co-husband, it is not allowed by Shastra and neither it is allowed by the society. Who's called? Co-husband, Upupati. Незаконные отношения с любовником, они борются. Отношения с любовником порицаются Шастрой и обществом. What do you say? Upupati, Upupati. Upupati. Карму, карму. Незаконные отношения порицаются Шастрой и обществом. Having a relationship with Paramo, it is not allowed by Shastra, as well as it is not allowed by the society. So, if a person having the relationship and the relationship with a Paramo, then it is Aswaryam. Then he cannot achieve the heaven. То есть тот, кто вступает в незаконные любовные отношения, он не попадет в рай, потому что ни шастра, ни общество не позволяют таких отношений. He will go to hell. Такому человеку придется отправиться в ад. So, aswargam aisasancha. In the practical life, he will get the defame. В своей жизни он встретится с бесчестием. То есть он, у него будет испорченная репутация. He will get the, he will be chastised by all persons. От него отвернутся люди в обществе. And his family life and joy will not be continue. It will of a momental only. Falgu, that means very little. It will be only a momentum. It will not continue. Because having the relationship with the paramour, that is not a permanent thing. That is very, very temporary and very little. И незаконные отношения, они мимолетные, то есть долгого счастья в них не будет, долгой радости и долгого спокойствия. As well as it is kritcham. Kritcham means it is very hard because the other person will object and his husband and his relatives will come to fight. То есть immediately. Это будет очень сложная ситуация, трудной жизнью, потому что тут же вмешаются родственники, общество, которое будет много противостояния, кто-то придет там бить кого-то, чей-то муж или где-то жена там за незаконное поведение. То есть это не будет очень спокойным существованием. So having relationship paramour, it always creates fear. So kritcham, that is very hard, as well as it creates fear. So one should not involve in such a difficult things. Это просто проблема постоянная, будет сплошная головная боль, незаконные отношения, потому что все время будет состояние страха вызывать, что кто-то узнает об этом, кто-то накажет. То есть это не стоит в такое вступать. Kritcham is difficult. Трудно. It gives fear also. То есть в таких отношениях много сложностей и еще страшно все время. And the conclusion is this: jugupsutam cha sarvatra. The relationship with paramour is jugupsit, is chastised everywhere. That means in society, as well as in shastra, as well as in the whole of the world. It is chastised. То есть такие отношения, они не похвальны, их порицают незаконные отношения и шастра, и общество, и вообще весь мир. So jugupsutam cha sarvatra. Here and there. В этом мире и in practical life and in heaven always it is chastised. И в раю, то есть. So aupapatyam kulastriya, and you are kulastri. You are a ladies full of chastity and full of respect. You should not behave like that.
А вы, Куластри, вы девушки из очень возвышенных семей, из хороших династий, сами очень благочестивые, поэтому вам не положено так себя вести. And Gopis was now getting that it is very much clear. Now we should think that Shri Krishna is denying us, and it is very much clear. And now it is very few chances are of doubt, and we should leave the doubt. И в Гопи уже не осталось никаких сомнений, они поняли, что все тут очень четко и ясно. Он отвергает нас, он не хочет общаться с нами. But at the same time, Saraswati ji appears and he changed the whole meaning. Но тут же Сарасвати снова вмешалась и изменила смысл слов Кришны. And Saraswati was just admitting this meaning that Aupapatyam kulastriya. Aupapatyam means being near to one's husband. It is aupapatyam. Up means near. Patyam means the situation with his husband. This is always chastised by Shastra. Shastra says that one should always serve Shri Krishna, not the human person. И следующий смысл проявился, что упопатья, пребывание рядом с мужем, все время предвзятый своим мужем, это грех. Потому что Шастра говорит, хватит возиться с мужем, надо служить Кришне. So, upopatya means remaining near to one's husband. That is always chastised, and Shastra so many times says that today's birth one should not touch his husband. Today's birth one should have the celibacy today. So it's also so many times it is also suggested, also prescribed by Shastra that aupapatti is not a final thing, and it is also stopped so many times. И Кришна, то есть в этом смысле они услышали, что все время проводить время с мужем это недостойная трата времени, потому что Шастра очень четко по этому поводу говорит, что надо служить Кришне, а не все время там сюсюкаться с мужем. И даже смотрите, сколько есть вратов, важных дней, когда Шастра четко говорит, не вступать в интимные отношения в этот день с мужем, и в этот день не вступать, потому что это врат. То есть очень ясно отношение к Шастре по отношению к супружеству. Husband is a husband of, is the master of one's body, and body is not Atma. Что по факту муж является хозяином тела женщины, но тело это же не последняя инстанция, не финальная инстанция, главное это атма, душа. So serving the husband, it is the body dharma, sharir dharma, not the atma dharma, but the serving of Shri Krishna, of me, Shri Krishna is saying, serving to me, it is the atma dharma. So you should atma dharma is prior than the dharma of body, the body relation. Поэтому Кришна им сказал, что служение мужу это шарир дарма, дарма тела, а атма дарма это служить мне, Кришне. So please follow the jaiva dharma, the permanent dharma, and permanent dharma is bhakti to serve Shri Krishna. If a person is living Shri Krishna and he is serving, he is involved in the material relationship, then it will be asvargam asasram cha phalgu kricham bhayava. То есть, опять-таки, я призываю вас следовать джайва дарме, вечной атма дарме, служению Кришне, потому что если человек пренебрегает служением Кришне ради того, чтобы вступить в какие-то мирские отношения и служить партнеру, то это порицается очень сильно. Потому что это асад, все это становится очень временным и недостойным. By following the chastity, patibhrti dhan, a lady can or a male can get only swarg, not golok dhan, not vaikunth. Что
максимум, чего человек может достичь посредством верности достойному супругу, то есть в правильных ведических отношениях, это сварга, это райское существование, но ничего выше. But by serving Shri Krishna, he will get Srimad Goloka or Vaikuntha Dham. Но посредством служения Кришне человек может достичь или Вайкунха Дамы, или Голоки. So getting Vaikuntha Dham, it is the permanent thing. But getting Swarga and other, that is also temporary. То, что пребывание на сварге, это тоже временно, как и существование в материальном мире. Ничего гарантированно нет, но если человек может достичь Вайкунха Дамы, это уже вечная обитель. So aswargam asasamcha, by serving a material body, a lady will get ayash. That means Shastra will say that she is serving a material body, not the transcendental body. Shri Krishna is transcendental. So one should serve Shri Krishna first of all. Если женщина посвящает себя служению мужчине, то это аяш, то есть это она тратит свое время на служение чему-то мирскому, вместо того, чтобы служить трансцендентному объекту любви Шри Кришне. So Niti says that Shatam Vihai Bhuktavyam, one should take meal, living 100 births, Sahastram Snan Machare, one should take bath, living the 1000 births. And Laksham Vihai Dhatavyam, one should give the things to others, living the 1 lakh other things, and Sarvam Tyaktva Aham Bhajam, and he should serve Shri Krishna without leaving everything. Prabhu, can you... So Shatam Vihai Bhuktavyam, one should... To take milk, you have to leave 100 words. Take a meal, you leave 100 words. Leave 100 words. 100. Ради того, чтобы покушать, можно пренебречь сотней дел. А чтобы помыться, можно пренебречь тысячу дел. А чтобы дать подаяние, можно пожертвовать сотней тысяч. А ради Кришны можно пожертвовать всем. Нужно пожертвовать всем. The Sahastram Snan Machare, first of all, he should take bath, live the 1000 births, and Laksham Vihai Dhatavyam, he should give the donation to everyone. He should give donation, even living the Laksha, lakhs of births, and he should serve Shri Krishna, living the everything, everyone. Krishna bhakti is the most prior thing. So one should serve Shri Krishna. I am here, so you please serve me. Ради того, чтобы покушать, можно пренебречь сотни дел. Ради того, чтобы принять омовение, можно пренебречь тысячи дел. И чтобы раздать подаяние, можно пренебречь сотни тысяч дел. Но ради служения Кришне нужно оставить все. Поэтому Кришна сказал, оставайтесь тут и служите мне. Even then, Shri Krishna was denying, still he was smiling. So Gopi was not confirmed that Shri Krishna is denying us, refusing us. Итак, very firmly. Так каждый раз речь Кришны сопровождалась какой-то лукавой улыбкой, Гопи все никак не могли разобраться, что же он имеет в виду на самом деле, что он хочет, чтобы мы остались или ушли. Shri Gopi wait there, они and выжидали. Then Shri Krishna started to sing the other, the last verdict, last speech. Gopi продолжали выжидать, и Кришна снова заговорил. Shrivana darshana dhyana mai bhava nikirtana na tatha sannikarshino pritiya tato grahan. O Gopika galo, Gopi was just saying that we have a very great and intensive love with you. How we can leave you? So Shri Krishna is answering, yes, but I am not interested in having meeting with you.
Предвидя, что гопи скажут, но мы же так влюблены в тебя, Кришна, как эта любовь не позволяет нам расстаться с тобой, уйти. Но Кришна говорит, ну я понимаю, хорошо, я уважаю ваши чувства, но все-таки меня не интересует встреча с вами. So you return to your houses and there you can listen Krishna Katha Shravana. То есть возвращайтесь домой, там слушайте Кришна Катху. You can have my view in the meditation. То есть довольствуйтесь тем, что вы можете встречаться со мной в сердце, видеть меня. In dhyana you can get my view. В дьяне вы можете, в медитации в глубокой вы можете узреть меня. Шивана даршана дьяна. Дьяна даршана. That means my appearance in meditation. You can get there. Мой даршан будет с вами в вашей медитации. My bhavan kirtana. You can do sankirtan. And in sankirtan, you also will get my bhava. The love with me. Пойте санкиртан, и таким образом вы будете чувствовать любовь ко мне и взаимность от меня. Anukirtana, continuous kirtan, you will get my vision there also. То есть, не погрузившись в непрерывный киртан, вы будете чувствовать мое присутствие с вами. You should know, natatha sannikarshanam. Being very close, a person cannot get such a relishment as he will get the relishment in his imagination, in his fantasy, in his meditation. Никакая непосредственная физическая встреча не доставит человеку столько удовольствия, сколько ему могут доставить его фантазии, то есть его бурная фантазия, воображение. Там гораздо больше удовольствия можно почерпнуть. So, yathashravana, dhyana darshana and ankirtana. By hearing me, seeing me in meditation and ankirtana, reciting me continuously, by these three things, a person can get the full relishment. Not such relishment can be achieved by sannikarshino, by having the close relationship. То есть Кришна говорит, просто слушайте обо мне, медитируйте, созерцайте мой облик в медитации и пойте обо мне, и то удовольствие, ту радость, которую вы прочувствуете посредством вот этих трех видов деятельности, эта радость будет превышать ту радость, которая доступна в самом контакте со мной, в физическом пребывании рядом со мной. So in nutshell, this is the conclusion that Prithiyatra to Graham, you should return to your houses. То есть в завершение кажется, что Кришна сказал, просто идите уже домой. And as Shri Krishna told this, Gopi stood and they were thinking that what we should do. And at the same time, Saraswati appeared and Shri Saraswati changed the whole meaning. Как только эти слова укололи сердца Гопи, что Сарасвати снова вмешалась и донесла до Гопи иное значение этих слов, иной смысл. Gopis are not ready to accept this meaning of denial. Because they have so tense love with Shri Krishna that they are actually, they cannot absorb it, they cannot digest this meaning. Whatever Shri Krishna is saying, so they could not digest that meaning. То есть гопи настолько влюблены в Кришну, что сама идея того, что он может отказать им встрече, это неприемлемо. Такое даже вот это, они переварить это не могут. And then they remained stood there. Просто они продолжали стоять там. At that time, Saraswati is just emitting the new meaning, the meaning of prayer. И Сарасвати одарила их иным смыслом слов. О гопис, though in Shastra it is described that a person can get Shri Krishna by Shrava. О гопи, несмотря на то, что Шастра описывает, что человек может достичь Кришну с помощью Шравана. In the same way, dhyana, by meditation,
a person could also get the Shri Krishna. Что можно обрести Кришну посредством Шраваны, Дианы, медитации на него. And a person can get Brahma, Anukirtana, continuous Kirtan. He can also get Parabrahma. И Парабрахму можно обрести посредством непрерывного Киртана. Gopi says that it is right. We accept it. That by hearing, by meditating and by Sankirtan, a person gets God. Гопи говорит, мы согласны с тобой, что посредством Шраваны, Дианы, Киртаны человек может достичь Господа, обрести Господа. But it is not the perfect. It is not perfect. The perfect meeting with God is why Sannikarshana. When a person have the relationship and have the closeness, then he can fully satisfy. By only hearing, a person is not fully satisfied. Но нас такое не устраивает. То есть мы считаем, что наилучшее встреча с Господом, когда есть возможность непосредственного общения, близкого общения с Ним, это удовлетворит нас больше других вот этих видов познания Господа. Direct seeing has its own meaning and own greatness. Потому что возможность непосредственного восприятия несет в себе нечто особое, что отсутствует в других видах познания. So there is the glory of a direct darshan. Возможность непосредственного общения — это нечто особенное. And by direct darshan, a person gets full satisfaction. И благодаря такому непосредственному общению человек будет полностью удовлетворен. There is a great proverb that maps are not territories. Есть такая поговорка, что карты — это не территория. So a person has seen everything in video, but he becomes very much keen to see the things directly, and so he crosses the ocean, he crosses the mountains, and then he reaches to the place, and then he becomes satisfied. Though he has seen everything in video, even then he is not satisfied. So direct darshan, pratyaksha darshan is much more important. То есть можно изучить все географические карты, глобус весь знать наизусть и там посмотреть эти видео про эти разные страны, но до тех пор, пока человек там не оказался в каком-то месте, которое интересует его, он не почувствует полного удовлетворения. So by only hearing shravana, dhyana, darshana, the seeing in meditation and anukirtana, by chanting, the appearance of Shri Krishna is there. Also, it is also found. Even then, it is not perfect. Поэтому вот это и Шравана, и Дьяна, и Киртана все равно не является пиком совершенства познания Кришны. So, о Гопи, please do not go so early. So, Prithiyata Tattva Grahan, I have prepared this beautiful creeper house, this kunji, and I invite you, please follow me, and we will stay for a while in this kunji. И поэтому вот это смысл слов Кришны, что о Гопи, я вас умоляю, не довольствуйтесь просто Шраваной обо мне, Дьяной и Киртаной, давайте, смотрите, я подготовил все для наших удивительных встреч, такие сладкие кунджи тут повсюду, поэтому прошу вас, задержитесь тут и побудьте со мной в этих кунджах. So unless I shall get your close relation, close association, then up to that I will not be satisfied. Поэтому я не могу довольствоваться лишь мыслями о вас и созерцанием вас в медитации, мне необходима непосредственная встреча с вами, дорогие гопи. So pratiyata tato grahan, grahan pratiyata, please follow me, please come in these creeper houses. Поэтому, пожалуйста, следуйте за мной в эти кунджи. In this way, Gopi was very much confused.
they still, Shri Krishna has spoken 10 sentences. Even then, Gopi was not confirmed that he is denying or he is praying. Выслушав эти 10 фраз Кришны, гопи до сих пор находились в нерешительности. Они были, у них не было полной уверенности по поводу истинного смысла сказанного Кришной. Они не знали, что он хочет, чтобы они остались или удалились. And they thought that now there is no need of waiting anymore. Думали, хватит ждать, больше выжидать нет смысла, ничего. Shri Krishna is so clever that he will continuously, he will say the same sentences who have the 2 minutes. Yes, will not stop. Он неугомонный, то есть он до утра так может стихоплетствовать вот этими двусмысленными речами, и тут ничего мы не поймем уже. Он каждый раз будет то одно, то другое нам казаться в его словах. And his speech is just like a sword, which has the 2 edges. У него его речь подобна сабле с 2 краями. So it is very much difficult, but we cannot absorb this thing. We cannot digest this thing. That why Shri Krishna is speaking in this way? He should speak directly in the prayer as previously. He always speaks in the praying attitude. Why he has adopted this dual attitude? То есть гопи уже подумали, это изматывает нас, вот это его поведение, эти странные речи, почему он не может нормально выражаться, как он это раньше всегда делал, почему вдруг все вот эти странные там намеки какие-то проскальзывают в его словах, и какая-то жестокость, прежде неведомая нам. Мы устали от этого, и больше слушать это не можем уже. So, iti vipriyamakarna, Shri Shukadeva Goswami says, that iti vipriyamakarna, gopyo govinda bhashatam, vishanna prasna sankalpa, chintama putgurakyayam. In this day, vipriyamakarna, Shri Gopikarana are unable to absorb, the unable to digest that denial meaning. Так вот этот смысл негативный, возможно, негативный смысл слов Кришны уже изнурил гопи, и для них это уже больше неприемлемо это слышать. Гопи Говинда Бхашитам. Шри Кришна was the master of his of their whole limbs of gopis. He's the master Govinda. Ga means Indri. Ga means Indri. And Binda means who is the master of their whole limbs. Кришна Говинда, Го, это Индри, то есть он повелитель, властелин их тел. So why Shri Krishna is speaking in this denial mood? Почему он так странно разговаривает? Почему он все время как-то кажется, что он отсылает нас домой? Vishanna, they became very, very much sorry. Гопи сильно расстроились. And Bhagna Sankalpa, they reached here having a great desire, but his whole desires are broken. Просто они бежали в лес, преисполненные такими желаниями, надеждами, и тут все порушилось. Только Кришна разбил все их надежды. And they chintama durtya, they got the durtya. That means they get the anxiety. That is unremovable. И сейчас гопи уже так сильно стали нервничать, они были в таком волнении, что уже невозможно было их успокоить. So, gopi are not returning still. То есть они продолжают оставаться рядом с Кришной, они не уходят домой. They are confused that this is prarthana or upeksha. Shri Krishna is neglecting us or Shri Krishna is praying us. И они до сих пор не поняли, он что, пренебрегает нами, или наоборот, это такие странные комплименты он нам делает. So, chintama putratyam. The next meaning of chintama putratyam is previously, our this lover was not like that. What happened to him? Why are he speaking in this way? Они подумали, что с нашим Кришной случилось? Кто его подменил? Он совершенно другой сейчас стал.
So they dipped in the anxiety. Они просто тонули вот в этом океане отчаяния. Then they got the chinta that do we have done any offense to Shri Krishna? Потом они задумались, может мы его как-то обидели? But we are not remembering that we have ever done any offense to Shri Krishna. Они стали думать, не могли припомнить, чтобы они его каким-то образом обижали когда-нибудь. So why he denying us? Почему тогда он так себя ведет? Почему он отвергает нас? So they got chinta mapudvartya. They got the anxiety that is unremovable. И они были уже в таком безутешном беспокойстве находились. Or Gopi was thinking that we should do here man the denial attitude we should also adopt. Думали, что нам делать? Shri Krishna is adopting. В ответ проявить свой ман строптивость по отношению к нему. Or we should pray to Shri Krishna and we should compel Shri Krishna, please do not so say like that. And why are you saying we are surrendered to you? We should be say in this way. Что как мудро нам поступить сейчас? Тоже в ответ бросить маном в него? Или может как-то кротко найти, как-то мягко, дипломатично найти подход к нему, как-то уговорить его. So all we should adopt the third option. We should quarrel with Shri Krishna. Или просто устроить ссору сейчас, или спор. So chinta mapudvartya. That means should we do the man, or we should pray, or we should то есть нам сейчас проявить ман, или может как-то кротко, мягко с ним заговорить, или просто поссориться с ним. They got the chinta, anxiety. Should we stay here or now? Should we show that we are returning? Они думали, что делать, какую стратегию применить, оставаться тут или притвориться, что мы уже уходим. But we are not sure that while we will return, Shri Krishna will stop us, and Krishna will register and will say, please come out, please return. It is also possible that Shri Krishna is not inviting, and then what we will do? If we started to return, then we have to go. Они думали, а что вдруг наш блеф не сработает, мы пойдем, а он нас не остановит, а и тогда что, придется уходить? Or we should start to weep. Или просто расплакаться сейчас? Or we should also do the joke, as Shri Krishna is making joke, we should in return, we should make joke. Или сарказмом ему ответить, шутками. So what should we do? We are not still decided that what option we should adopt. Что же нам делать? Что же нам делать? Никак придумать не можем решение этой ситуации. So in this way, chintama mudratyam, the gopi got the very great anxiety in them, and they still was not decided. Гопи сильно так переживали по поводу решения, которое им предстоит принять, и никак не могли найти выход из этой ситуации. И Шагадева Госвами описывает их состояние. Тастур мурджанте урудхка бараспи тушне крита мухани. Ab they bend their faces downward. Они понуро потупили взор, опустили головы. То крита мухани ab means downward. So they did their faces downward. And Shucha Shwasne, they was full of sorrowness. Они испытывали грусть. Shucha Shwasne Shusha,
They were taking the very hot breath. Их дыхание стало очень горячим. Swasnenshushan. Due to that hot breath, their lips was dried. И губы высохли из-за того, что дыхание стало таким горячим. Bimbadharani. And Charnem Bhavam Likhantiha, they started to just dig the earth with their toes. И тогда пальцами ног они стали так как копать песок. They are continuously rubbing their toe to and the nail of their toe on the earth. То есть стали чертить на земле ноготками на пальцев ног, непрерывно водили стопой по земле. As if they were saying to the earth, O earth, you have always given shelter to the separated ladies like Janaki ji, Shri Sita ji. И они как будто бы обращались за помощью, за покровительством к Матери Земле, говорят, ты всегда покровительствовал таким удивительным, таким личностям, как Джанаки, как Сита Деви. We have heard that why Sita Devi was separated from Shri Ramchandra and she reached in the court of Shri Ramchandra and Shri Ramchandra was ready to accept him. Even then, Shri Janaki prayed to earth and at the same time the earth was teared and Shri Janaki merged into the earth. Мы слышали о том, когда Сита уже вернулась из ссылки обратно во дворец Рамачандры, и Рамачандра уже вроде готов был принять ее снова, но затем Джанаки обратилась за помощью к Матери Земле, и земля разверзлась и забрала Джанаки себе. So you have given shelter to a separate Yogini Janaki. То есть прежде ты дала покровительство, защиту Джанаки. In the same way, we are also here very much sorry, and you please give us place. Ты забрала к себе эту изнуренную разлукой Джанаки, и мы сейчас тоже уже настолько измучены разлукой и болью. Пожалуйста, помоги нам, забери нас тоже. So Charnen Bhavam Likhantiha, by her toe, they are just scratching the making scratch on the earth that may you tear and we can merge into you. И ноготками на стопах гопи чертят по земле, как будто бы призывая землю открыться и забрать их. Asrayi upaptam ashubhi, and their tears was shedding continuously from their eyes. И непрерывно слезы струились у них из глаз. The tears was dried by the kajal. И слезы смывали под водку каджал. So in this day, и черный black line was shedding from their cheeks on their waist. Вот эти потоки, струи слез, то есть размытые черные следы оставались у них на щеках, и слезы стекали на грудь, потом талию, потом они капали уже на ноги им. So astrayi upaptam ashubhi, the line of kajal is just drawn from their eyes to their toe. То есть этот поток каджала, смытого каджала, то есть черные струи слез лились у них из глаз к ногам. And in this way, their kumkum that was pasted on their breast, it was washed up. Слезы смывали кумкуму, которая была умощена грудь в Раджагопи. And they stood there. В таком растерянном виде они. В таком потерянном состоянии они стояли там перед Кришной. And it seems that the viraha, the separation
is just like a carpenter. И казалось, что Вираха разлука была подобна плотнику. And as a carpenter, to divide a wood into two parts, first of all, he had the thread that is tied with kajal, and he marked it, that thread, on that wood. On that wood, in the same way, the carpenter Viraha is trying to cut their heart into two pieces. So he has placed those black lines on their breast. Подобно тому, как плотник или лесоруб готовится разрубить бревно или ствол дерева, он наносит вначале вперед черным карандашом точки, то есть линию, по которой он будет пилить, чтобы разрубить наполовину бревно. И так вот этот разлука, как плотник, он тоже каджалом покрыл их тела, готовясь разрубить их сердца. So the metaphor is this, that the separation, Viraha is a carpenter. He has the he has the ali. Sword. Axe. And that is sorrow. And he want to divide the heart of Brijgopikaga into two parts. So for that he has marked two black lines on their breast. То есть подобно тому, как плотник, готовясь к тому, чтобы распилить бревно, он чертит линии черным карандашом или углем, там, и вот этот Вираха, как плотник, готовясь к тому, чтобы разрубить сердца гопин, нанес вот эти две черных линии на их тела. Сначала. Weeping continuously. И братья гопи непрерывно плакали. And мрьянте ору дукха бхараспа туштрин. Even then, they just cleared them with their hands and they remained because they are continuously shedding. So by tears the curtain was just before their eyes and they are not getting the darshan of Shri Krishna. So they was thinking that at the last time of our life, let us seek Shri Krishna. So they was trying to remove lamentate those tears continuously. Так как гопи плакали безудержно, то слезы стеной застилали их взор. И они пытались вытереть слезы ладошками. И понимали, они думали, что сейчас мы умрем уже, мы не можем так жить без Кришны, но хоть бы последний раз насмотреться на него вдоволь, эти слезы мешают нам увидеть его, это пелена слез застилает взор. And now they have no words with them. Уже нет. Тушни, they stood. Уже не осталось слов никаких, они ничего не могут ни сказать, ничего выразить, им просто больно. So Netra Brahmacharya, by lamentating their eyes, removing their eyes, so that they can have the sight of Shri Krishna. Why? Because they are just intended to live their lives, and at the last time, they want to see Shri Krishna. So they could not have the tears continuously shedding. So they was removing continuously their tears. So, mrjantam urdukh, and they was lamentating them, and they stood urdukh bharasna krishnim. Uru means great. Dukh was
sorrow was in their heart, and they stood, pushed it, they stood their mouth. Испытывая неописуемую боль, гопи готовились уже к тому, чтобы умереть. И им уже не хотелось ничего говорить, объяснять. Просто они пытались как-то смахнуть эти слезы с глаз, чтобы хотя бы впитать глазами сладость красоты Кришны в последний раз. Prestham Priyatar Mivakritam Hashmanam. The bosom, the priest, the most beloved person, Sri Krishna, is Priyatar Mivakritam Hashmanam, was speaking just like he is a, he is not their lover. Priyatar Ibu. He is not lover. He is not loving Sri Krishna. Pritam Hashmanam. Sri Krishna is answering in this way. As if he is not loving gopis. То есть для гопи был огромным шоком, травмой то, что самый дорогой, самый близкий, самый любимый для них человек Кришна, их возлюбленный, вдруг стал говорить с ними так, как будто бы чужой человек, проявляя полное безразличие и отсутствие интереса. Krishna has stolen their hearts. Он похитил их сердца. But now he is saying that you return. А теперь говорит, уходите домой. This is just like the same position that a person is motivating thief to do the theft and saying the master beware, there may be thief. Это очень какое-то глупое, бессмысленное поведение, потому что как будто бы вор, который планирует обворовать дом, идет и предостерегает хозяина, говорит, будьте осторожны, поставьте сигнализацию, к вам сегодня вор наведается. Говорит, вообще ничего не понятно, кто так себя ведет. The thief is motivated that you go and have the theft. And the master is also beware. That beware. There may be theft. So how it is possible? Непонятно. He is doing the both double part. Вор, который сам себя обворовывает, то есть вор заинтересован в том, чтобы в доме никого не было, чтобы он спокойно туда прокрался, все обокрал и ушел. А какой ему толк предостерегать хозяев, что будет кража, чтобы они сидели дома, и он не смог туда пробраться? Гопи, блин, вообще ничего не понятно уже. They have left everything to for Sri Krishna. Да, Нагари. Left everything for Sri Krishna. Нагари, вы хотели что-то сказать? Что кого-то посылает предупредить? Гопи оставили ради Кришны все. Это очень важный нюанс. Even then, they have such trust on their love that they are not deciding that Sri Krishna is refusing us. Let him refuse. We also refuse him. They are not in this position. Гопи так сильно его любят, они не готовы перестать его любить, думая, ну пусть он отказывается от нас, мы никогда не откажемся от него, от своей любви никогда не откажемся. They are in this position. Asli Shiva Padratam Kanishtamam. Either you embrace me or you crush me with your feet. То есть ты можешь обнять меня или ты можешь раздавить меня, растоптать меня, но я тебя буду любить. So though Sri Krishna is refusing Gopikagar, even then Gopis are not accepting that refusal and they cannot tolerate that refusal. They was always saying that please they were always intending that what position may be there, but we cannot leave Sri Krishna at all. То есть для гопи полностью неприемлем этот отказ со стороны Шри Кришны. Они думают, мы не понимаем, что происходит и почему это происходит, но мы отказаться от него не можем, от своей любви к нему отказаться не можем. In this way, gopi has a trust in their heart. That is pranay. Гопи испытывают пранай, такое полное доверие. And in pranay, a trust always remains.
in the heart of the lover. И праная всегда присутствует в сердце возлюбленного, она не теряется, это доверие. So he cannot leave his love. То есть вот эта праная не разрешает любящему расстаться с любовью. So whatever position is there, whatever calamity may come, whatever denial may come, even then, in any position, a lover is never prepared to leave his love. То есть это такая сильная любовь, что что бы ни происходило, какая-то катастрофа вообще, какие-то события непонятные, что-то очень неприятное, но все равно такой любящий никогда от своей любовью не пожертвует, не откажется от любви. So gopi are not accepting, even hearing the whole thing, they are not ready to leave Shri Krishna at all. То есть для гопи неприемлемо, даже ввиду всех этих внешних обстоятельств, расстаться с Кришной, уйти от него. And due to that love, due to that trust, they lamented their tears and having a anger in their heart, they started to say, Shri Krishna, please do not leave us. И гопи так расстроились, они, утирая ладошками слезы, они уже испытывали гнев такой, как отчаяние, что Кришна не сумеет так с нами поступать, не отказывайся от нас. Они стали выговаривать ему уже. So both things are there. They are having anger in their heart. Then why are you speaking in this way? Even then, they could not leave. Несмотря на то, что сердце их уже настолько изранено, они уже рыдают. Ну, Кришна, почему ты так с нами обходишься? Как ты можешь так с нами поступать? Но все же любовь их настолько сильна, что эта обида не может пересилить. Они не могут заставить себя и уйти от Кришны. То есть они уже разозлились на Кришну, они разгневаны на Него. And you are refusing us. You are not taking our service. Кришна, как ты можешь так обходиться с нами, когда ради тебя мы оставили все? Мы пожертвовали ради тебя всем. Мы любим тебя, и ты отказываешься принимать наше служение. So Gadgadguru, their throat choked. Они испытывали гад-гад, голос дрожал. Brutanratta, and having the love for Shri Krishna, they again started to sing. И испытывая сильную любовь к Кришне, сами гопи уже заговорили. But they did not return. Но уходить они не стали. And in this way, Shri Gopikanga is answering the every sentence of Shri Krishna in their own way. И в своем ответе гопи ответили, то есть в этом своем ответе Кришне гопи опровергли каждую из идей, которые высказал Кришна. So Krishna has spoken 10 sentences. Gopi is answering in 11 sentences. That means every sentence is the answer of every question. На 11 фраз Кришны, на 10 фраз Кришны они ответили 11 своими фразами. То есть в каждой там параллель идет ответ на то, что сказал Кришна. And in the 11th one, they are opening their heart fully. То есть 10 ответов на 10 утверждений Кришны, а в 11-м они полностью уже раскрыли свое сердце перед Кришной. And that was why Shri Krishna was denying Shri Gopikanga, so that he can understand the depth of their heart, depth of their feelings fully. So Shri Krishna succeed to reveal the heart of Shri Gopikanga. То есть и ради этого Кришна и затеял всю эту драму с ними, чтобы познать глубину их любви и силу их эмоций. Поэтому, когда уже он услышал 11 из их предложений, он понял, что преуспел в этой миссии, то, что он познал сладость и размах их любви. И сейчас гопи затем произнесут пранайгиту. So that prana will be described on the. И пранайгиту мы уже будем продолжать слушать в последующей лекции. Было Шри Рас Бихари Лал ки. Джай.
question. Вопросы? Then every group, while they reach there, then normally there is no difference between sadhana siddha and nitya siddha. Though sadhana siddha always follows nitya siddha. But actually in behavior, they are all friends. And they treat them like friends. И ведут себя друг с другом как друзья. So, there's no difference. Но разницы особенно нет. So, this is Sadhana Siddha is also saying this. Sadhana Siddha Gopi тоже это говорят. Yes, it is. Now, after building, Radharani is considered that she is hidden between those gopis, but not. She Radharani is there to Abhisar onward. Считается, что Радика присутствует среди этих гопи, на самом деле она по дороге. Because the group of Shri Radharani is not arrived so far. So she is using that time having the conversation with Shri Gopi Karaj. Поэтому у Кришны состоялся такой диалог с Гопи. Yes. You mentioned how Gopis are angry with Shri Krishna. And, but also in Rasa Tattva, Krishna cannot be the Vishaya of Krodharati. So, yes, very fine. Very fine question. Pranaya Krodha is accepted in the Ras. Pranaya Krodha принимается в Расе. That is not a meat Krodha. That is Pranaya Krodha. That is in the main Pranaya Krodha. The pranay is main, the love is the principle, and krodh is just transisting it in this way. Oh, we have come here, leaving everything, and you are not responding us. Крода — это гнев, который проходит стороной просто в этой ситуации, то есть он не является таким доминирующим, они просто так реагируют. Любовь главная, а крот сопутствует просто. So pranay krodh is accepted. Поэтому этот pranay krodh, он приемлем тут. Normally Shri Krishna is not the subject of ras, object of ras. Обычно Шри Кришна крода не касается, гнев на него никак не обращается. Anger ras. То есть раса гнева Кришна не затрагивает, никто не сердится на него обычно. But pranay krodh is everywhere. Но pranay krodh, он присутствует. В любовной битве тоже такой pranay krodh. Then it becomes snail. Когда прямо становится. Snail, while it becomes much more ripe, then it becomes man. And man becomes very much ripe, then it becomes pranay. Pranay means having the trust that whatever I should do, you have to bear it. You cannot leave me. This trust. Is called pranaya. Зрелая према, она трансформируется в снеху, снеха трансформируется в ман трансформируется в пранай. Пранай, чувство праная означает, что все, что я буду делать, ты должен идти на поводу этого, то есть полное единение. Должен терпеть все, что не происходит. Преми сарватха дханса рахитам сатьяпит дханса карни. Where is the cause are there to destroy prema, but it is not destroyed. That is prema. Према, ее характеристика такова, что несмотря на то, что существуют все причины для того, чтобы эта любовь была разрушена, но все равно она целой и в целости, в сохранности остается. Не рушится. While heart is melted and it is mixed with the lover, it is called snake.
когда сердце тает и полностью становится единым сердцем возлюбленного, эта любовь называется снеха. Man means the third position is third step is man. Man means where the all circumstances are. Pro, even then, the feeling that let not that does not let the persons meet. That is called man. Третья ступень любви называется ман. В этом случае есть все возможности к тому, чтобы встреча произошла, но встреча не происходит. И причиной этому является этот ревнивый гнев, ман. And prayer is whatever I am, you have to accept me. And whatever you are, you cannot leave me. This чувство, которое противостоит встрече, а чувство праная, оно указывает на то, что полное принятие присутствует. Принятие, терпение, то есть какое и есть, ты полностью идешь на поводу этого и соглашаешься с этим и принимаешь это. И я в ответ делаю то же самое. And Raga is where the sorrow begins joy, and joy begins sorrow. Рага это такое состояние, когда то, что является радостным событием, становится причиной горести, а горестное событие, наоборот, приносит счастье. Дух ме сук, а сук ме дух. The сук in the joy in the sorrow and sorrow in дух. Духа занимает место сухи, сука место духи. То есть радость облачается в печаль, печаль облачается в радость. And anuraga is even experience the thing continuously at every moment. The experience is new. That is called anuraga. Anuraga это такое свойство любви, которое в момент вкушения любви она дает все новые и новые ощущения, несмотря на то, что ты можешь испытывать чувства продолжительное время, но все время они обновляются, все время это новое ощущение. And the mahabhava is where love is object, love is subject, and love is instrument. All three things are love. I am seeing Shri Krishna with love. This is one sentence. Here I is subject, Krishna is the object, and love is instrument. But my love is experiencing the love of Shri Krishna to me with love. Here the love is object, subject, and instrument. The whole thing is love. Love is experiencing, love is being experienced. And love is the instrument that will be called Mahabhava. Состояние Махабхавы, ее характеристика заключается в том, что любовь она является и субъектом, и объектом, и инструментом. Я люблю тебя, то есть получается, я это субъект, тебя люблю, это значит ты объект, а инструментом является эта любовь. Любовь по факту она является всем, то есть любовь играет главную роль субъекта, объекта, инструмента. So as gopis has pralay, я люблю Кришну своей любовью. Pralay, they can have the anger for Shri Krishna. Имея вот эту ступень, стадию любви, которая называется пранай, испытывая эту любовь гопи, они уже могут позволить себе испытывать гнев по отношению к Шри Кришне, любовный гнев. So Sarnam Gagad Guru Gurtan Bhakta, Hare Krishna. Hare Bol. Hare. Govind Jai Jai Gopal Jai Hari 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 Hari